Друзья, подписчики, всем огромный привет, с вами Eugene Vlogs. В общем, да, просите вы меня это самое показать игры на новом компе. В общем, ну не буду долго рассказывать. В общем, собирал его целый день, потом там настраивал драйвера, там оптимизацию. В общем, пока ничего не разгонял, просто как бы там BIOS новый прошивал, там драйвера обновлял. Где-то еще процентов на 10 от изначальной, вот когда я просто тупо все воткнул и включил, повысилось. Особо, ну, RTX игр у меня пока только Киберпанк и Tomb Raider, но это те, которые у меня уже есть как бы на Стиме купленные, которые я давно покупал. В общем, со временем и по ним запишу. Вот эта вот игра, которая вам знакомая, ну, кто мои игровые видео смотрит, потому что я еще по ней записывал видео, когда она еще демо была, когда она еще даже не вышла. И долгое время я в нее не играл, то есть, ну, наверное, больше года. То есть я последний раз играл, это когда я еще старую видяйку купил, 1660. И игра как бы сама по себе супер. То есть я вам говорил, единственная причина, чего я бросил играть, это потому что здесь... Но тоже не хочу просто долго затягивать это видео. Здесь интересный вот только режим, в который играть. Ну, они все, в принципе, классная графика, интересные, но самое основное тут получается в этой игре, это вот этот Bounty Hunt. Охота типа за баунти. Баунти — это награда, охота за наградой. И здесь смысл в том, что здесь в этом режиме играть только командой имеет смысл. Здесь могут быть команды, ну, стандартные по два, но можно вот здесь включить команды по три человека. И то есть вам нужен или какой-то друг, который хорошо тоже играет в эту игру, нагибает, с ним играть. Или вы можете, ну вот здесь приглашать друзей, или вы можете искать рандомных. Вам будут давать людей тоже, которые сами по себе играют, им кто-то нужен. Но здесь как бы с этим очень много проблем. Я играл, и здесь получается как, если, ну, про охотников есть у меня обзор этой игры на канале, там можете посмотреть. Здесь, конечно, еще много добавилось, изменилось с тех пор, как я играл и обзор делал. Но основное как бы не изменилось. То есть охотника вы можете брать бесплатного. И я не помню, сколько-то раз в час его дают или раз в 2 часа, короче, не помню, неважно. Даже если покупать вот за обычные деньги, которых вот у вас тут 30 тысяч, вы их можете, то есть получается 100 охотников вот этих дешевых купить. Ну, они что, дешевые по 330, что дорогие по 476, они одни и те же. Вот вы их можете бесплатно перемешать, вам новых дадут. Вот. То есть можете или покупать этих дешевых, или брать бесплатных, разницы нет, но с вами особо никто не будет хотеть из нормальных игроков играть. То есть с вами такие же будут, в общем, как бы нубы, как вы, играть. Других охотников вы можете зарабатывать в режиме квикплея, вот здесь, где вы играете один против толпы. Раньше это было легко. Но сейчас тоже появилось много нагибаторов, уже давно я вам говорил, которые просто нагибают всех. И выиграть здесь очень сложно. Но возможно. Там, например, ночью, когда мало людей играет, и там с вами человек 5, которые тоже такие же нубы, или сами умрут, или вы их убьете как-то случайно, тогда можно... Здесь я зарабатывал в этом квикплее охотников. Тогда у вас будет нормальный охотник со скиллами и с тем оружием, что вы скопили в этом режиме. Но тогда с вами будут, может, играть вот эти, ну, нормальные игроки. Но там тоже палка о двух концах, это все сложно. Или они могут вас подставить, к примеру, если они видят, что там игра не идет не та, они могут просто сбежать на выход. Или могут вас там бросить, где-то вас убьют, они вас не спасут. Или, короче, вы можете их подставить, они могут, короче, тоже уйти. Ну, то есть, тоже как бы сложно, редко очень игры как бы заканчиваются вот с этими рандомными игроками нормально. Ну, бывают, иногда заканчиваются. Несколько раз я играл, но это так исключительно редко. В большинстве случаев вам придется просто тратить время, а потом или выходить, или терять как бы своего охотника, или одному играть против всей этой толпы, но одному выиграть против команд реально, если вы супер нагибатор, и то очень маленький шанс. Ну, сами подумайте, два человека
против вас, а вы один. И там же этих команд несколько. Вот, то есть они как бы окружать вас могут, у них больше как бы получается и этих всяких там, ну, оборудования, бомб, аптечек, вот. То есть как бы сложно очень. И они могут друг друга оживлять. То есть вы одного убили, второй его пошел оживил, и тут уже как бы их опять двое, вот. Ну, то есть здесь все сводится к тому, я из-за того и бросил играть, что просто как бы особо не с кем играть, вот. А раньше была только вот этот режим тренировка, вот за них тоже дают вот эти дорогие деньги, за которые потом легендарное оружие можно покупать, там, и легендарных охотников. Эти деньги также за реал можно купить. Но здесь у меня все пройдено уже давно было. Но здесь очень легкий этот режим. Но вот смотрите, здесь добавился. Я еще не играл, но я и не знал, что он есть. Это я вот сейчас зашел в игру, она обновилась, я увидел. Добавился вообще абсолютно новый режим, называется «Испытание». И здесь реально режим очень порадовал. То есть те же самые две карты, которые и были всегда. Вот она, одна и вторая. И здесь закрыто. Наверное, надо эти пройти, чтобы тут открылась какая-то легендарная новая карта. Вот. То есть здесь у вас получаются... вот видите, это все новое. Вот где крестики, это новое, короче. Вот здесь у вас получаются вот... локации на карте, ну, они всем известны, кто играл или кто смотрел видео. То есть там ферма, короче, там рыбная лавка, там это самое, мясобойня, короче, там кладбище, крематорий, вот эта вся фигня, там церковь. Вот эти вот все локации, да, и вот эти локации все здесь. То есть получается, вы можете выбрать, на какой локации вы появляетесь, и вы там будете играть. То есть, как бы не по всей карте, а именно по этой локации. Но здесь есть вот как бы режим Explorer, я не знаю, что это, не ходил еще. Но есть режим испытания. И в режиме испытания вы там разные задачи. То есть, к примеру, здесь вот за время вы должны пройти все контрольные точки, вот, чекпоинты, за 4 минуты 10. Тогда вы, ну, как бы пройдете легкий уровень. Если вы хотите средний, то за 3.40 надо пройти, но еще убить 10 вот этих монстров хедшотами, которые мух пускают. И на сложном нужно просто пройти за 3.20, но не получить никакого дамага. Вот, то есть вот такие вот задания. Но смысл в том, что на каждой из этих локаций эти задания разные. То есть здесь задание на время получается, видите? Здесь получается задание снайперское. То есть здесь как бы вот легкий просто убить 12 человек за 4 минуты. А здесь уже как бы времени нету. Но видите, надо убить 18 хедшотами и убить 2 вот этих эмулатора. Это, по-моему, которые горящие монстры. И здесь, например, на сложном вот убить 24 хедшотами. Не использовать... огонь для убийства и хедшотами еще убить 3 вот этих вот. То есть достаточно сложные, интересные вот эти вот. Ну, я вот тут один раз попробовал вот в этой. Мне очень зашла как бы вот эта тема. И смысл в том, что здесь, ну, на следующей локации, естественно, другие вот задания. Там было снайперское, здесь опять на время, но другие монстры. Здесь то же самое. То есть вот, тут волнами будут. Это, наверное, как известная фигня, короче. И, короче, вот эти вот все тут, ну, их тут много, 16 локаций получается. И на каждой по 3 вот этих уровня сложности разные задачи. То есть вот это прикольная тема, как мне кажется. Вот, но не будем сейчас ее смотреть, потому что я сам с ними не знаком, буду там просто тупить. Вот, моя-то задача вам просто как бы показать графику, а не обозревать эту игру, вот. И получается 16 тут и 16 тут этих миссий. И каждая еще по 3 уровня сложности. То есть очень прикольно. И чтобы посмотреть, давайте просто вот здесь. Ну и то не будем на время проходить. Просто побродить, посмотреть, как графика изменилась. Все, естественно, я поставил полностью на максималку. Но я ограничения поставил по фреймрейту до 60. Потому что монитор 60, смысл там напрягать как бы видяйку и процессор там 150 кадров или сколько генерить. Ну, стоит все полностью как бы на максимуме, и у меня разрешение стоит
3,5K, то есть максимальная 3440 на 1440, но у вас разрешение меньше, потому что я записываю в меньшее, потому что, ну, как бы люди говорили, что у них нету 4К и... Я записываю поэтому в 2,5К. Вот. Ну так, не спеша здесь походим. Я не знаю, сейчас сколько времени. Так, 10 минут. Ну давайте, ну хотя бы, чтобы не больше часа было. То есть задача будет просто посмотреть этих монстров. Посмотреть всю фигню. Вот. Но это очень легко. Это, эти уровни, они были давно. Здесь просто задача просто убить босса и все. И забрать эту добычу и выйти в выход. Как бы, по сути дела, здесь с этими монстрами можно даже не сражаться. А можно просто собрать улики, ну, если получится. И так, улики. Похоже, там вон самая ближняя где-то лежит. Они всегда лежат в разных местах. Вот, но вам здесь сразу дают оружие. Однозарядную винтовку снайперскую. Такой вот пистолет. И можно бить и стрелять. Вот. Можно так навскидку стрелять и можно прицельно. И с этой винтовки, в принципе, то же самое. Можете так стрелять, можете так. Вот, по реалистичности я вам говорил, что как из всех игр, что я играл, это самое реалистичное. Именно по игровому процессу, по оружию здесь вообще топ. Я нигде лучше оружия не видел. Причем его тут огромный выбор, но это в этих уровнях его нет. А там, где вы играете, там оно будет. Эту надо убить. Это вот, которая мух пускает. Хедшотом. Ну как убить? Не надо вообще ее убивать, но можно убить. Почему и нет? Так. Здесь у нас есть капкан. Их тоже можно ставить. Ну вот, например. Сейчас. Вот, например, если вы играете против врагов, здесь, чтобы на лестнице никто не залез, ну, вернее, залез и попался в капкан, можно его вот тут поставить. Вот, и все. И кто-то залезет, и сразу в капкан. Так, главное, самому туда не попасться. Так, ну, нам здесь все дают, собственно. Нам здесь дают аптечку сразу, нам здесь дают нож, метательные ножи, ловушку сигнальную, гранату с ядом, гранату разрывную, шприц и вот такую сигнальную еще гранату. Вот так. Так, улика там. Ну и по урону, по всему этому, я имею в виду здесь реалистичность. То есть, ну, я просто особо не играл в эти всякие там Call of Duty, Counter-Strike, не знаю. Но здесь реально вот именно пару раз вас попали, если хедшотом, то один раз. Если там в туловище, там 2-3 раза, смотря с какого калибра. Там с дробовика с одного раза убивает. То есть, ну, вся игра как бы по максимуму реалистичная. Так. Так, здесь часть карты, блин, закрыта, зараза. Обидно. Хотел побольше походить. Ну, ладно. Вот первая улика. Ее охраняет вот этот, как его, костяной чувак. Так, забили мы его. То есть, видите, процесс перезарядки, все как бы реалистично.
Да не так, как там в Киберпанке, он там. В Киберпанке вообще все, в принципе, фантастика. Но обычно в играх он там перезаряжает все за секунду. Здесь как бы такого нету сейчас. Звуки топовые вообще в этой игре. Не знаю еще, где есть такие звуки крутые. Так, а где это? Тут были. Хотел вам перезарядку показать, но жалко пулю просто так тратить. А, ну естественно здесь простреливается это. Вот перезарядка. Простреливаются стены деревянные, сквозь стены можно. Ну что-то мало здесь монстров, хотя мы вроде самый сложный выбрали. Надо нам три улики собрать. Их здесь больше, но можно просто собирать те, что ближе, любые. Я хотел просто походить, показать вам это самое, графику чудовищ. Вот. Чтобы вы написали, как нормально или нет. Ну, это же старенькая игра сравнительно. То есть ей пару лет или... Может, больше даже. Ну, то есть, чтобы здесь вот, как я вам говорю, много нагибаторов. Вначале не было так много, потому что вот когда я играл, да, когда она еще там демо была, она, ну, особо просто мало людей про нее знала и мало людей играло. Но были, конечно, тоже нагибаторы, они во всех играх есть. Вот, даже в самых галимых. Потому что есть люди просто, которым нравится там нагибать, издеваться над другими игроками. Что она меня заметила, зараза? Так где ж я ж её не вижу? Ну нет, как так? Я не думал, что эти мухи могут убить. С ума сойти. Ну, и вот так вот бывает. Есть такие игроки, вот заходят в тот режим, да, охота за наградой. И их просто вот эти монстры убивают. Ну, видите, если и меня тут убили. Но я, правда-то, не играл, мне уже 5 миллиардов лет. Так, а как я тут залазил тогда? Блин, тут, наверное, нельзя залезть. Странно, как я залазил. Даже не помню. Да, ну то есть вот эти вот курицы, над ними вот этот фонарь висит.
Или там собаки могут быть. Это ж все не просто так, правильно? Это ж все здесь спланировано. То есть те люди, которые нагибают, это не значит, что они там... ну, вернее, понятно, что они быстро бегают и классно стреляют, но все, в принципе, бегают-то одинаково, и оружие у всех одинаково. Здесь же там нету каких-то сверхспособностей, да? Вот. Но... но смысл в том, что здесь этого как бы недостаточно. Здесь надо как бы одно из самых главных для победы тем, это надо хорошо это знать, карту. Конечности ноги подстреливать, они медленнее бегать начинают. Здесь они, кстати, могут заборы ломать. Я не знаю, как вот эти могут сломать или нет. Но тут есть другие вот эти костяные, что вначале было, они точно могут ломать. Ой, блин, откуда они вышли? Блин, а чё, я не могу туда запрыгнуть, что ли? Блин, почти вообще убили. Да повезло, что они такие были, какие-то слабенькие. Они есть, которые тебя поджигают или там... кидают в тебя чем-то. О, оно еще, видите, это самое. А, я понял, карта начинает закрываться, потому что вы как бы улики собираете. Тут видите? Ему ногу подстреливаешь, он уже так быстро не бегает, как он бегал. Видите, медленнее стал ходить. Вот этим, кстати, тоже можно в ноги стрелять. Вот видите, она идет с факелом. Вот она может вас поджечь. Вот тоже ногу подстрелил, она стала медленнее идти. Все, а вообще ногу, видите, отстрелил. Но она уже умерла. Она типа уже пользоваться не может. Поэтому надо вот сюда. Вот он прикрывается такими костями. Ой, блин. Сюда в грудь ему надо попадать. Так, один нож я промазал. Куда он улетел? Блин, посел нож. Вот оно, нашел. Так. Да, вот там подсказка. Но сейчас карта еще больше закроется. То есть получается, когда вы берете одну улику или подсказку, как она...
есть. А, ну ладно, не буду пока свои аптечки тратить. Так, она где? Скорее всего, может быть, вполне в этом сарае сидит. Но я не уверен. Так, улика вот там. Вот эти могут собой двери ломать. Собрали еще одну, видите, все. Значит, только вот в этой локации получается. Блин. Я думал по карте Да, ну вот что я вам говорил-то про это, про знание карты. То есть вот это там вот включается, вот это вот пианино. Какой-то вот каждая вещь здесь издает какой-то звук. Где вы там наступили на банки консервные эти, или битые там стекла, или там где-то птиц спугнули. Это здесь все на своих местах находится. Вот. И эти нагибаторы, они уже по звукам, вот видите, насыпано. Ты походил тут, пошумел, они уже знают, где ты. И здесь же как бы можно играть просто как тупо прятаться, ну, вот в скрытном режиме, вот так вот ходить, никакого шума не создавать. А этот живой, интересно, или нет? Блин, хотел на него эту поставить. Капкан. Блин. На жизни мало, если я попаду в этот капкан, я сам умру. Так. А, это лампу можно зажечь и можно выключить. Еще капкан. Странно, чё ж аптечек нигде нет? Ха. Только наверху я не был. А нет, был же я здесь. Хм. Действительно, нифига нет аптечек. Патроны есть. То есть можно спрятаться на крыше или в каких-то кустах. Ну, то есть, там, к примеру, с той же снайперки, да? С нее ж на какие расстояния вон можно стрелять. А ты попробуй так увидеть, что здесь кто-то сидит. Ну, не конкретно здесь, а вот где-то там сел, ну, в кусте каком-то там или на
под деревом, там, вот в этой же кукурузе, знаешь. Тебя там вообще не видно будет. Видите, шум их привлекает. Ага. Там можно спрятаться. Это специально все для этого и сделано. И здесь же просто миллион этих нычек. Их надо как бы все знать. Они реально тут играют целыми днями, они все это знают. То есть реально где-то вот сел тут, ну это надо знать, как снаружи видно. Где-то сел тут в теньке. Снайперку взял. И просто смотришь, кто там идет где-то вообще вдалеке. И отсюда у всех отсекаешь. Вот. А если они знают, что ты тут сидишь, они тебя даже сквозь эту стену могут прострелить. Ну, это я для примера говорю. Ну, так же и в поле можно спрятаться. И ждать, когда, например, сюда кто-то пойдет. А вот в этом же поле, да, здесь кусты тяж не видно ни оттуда, ни оттуда. Вот так сел и все. И просто место какое-то выбрал, чтобы можно было вон за домом, например, наблюдать. Вон там, за дверью. И как только в двери кто-то идет, раз, хедшот, и все. Ну, еще и от оружия зависит. То есть, есть же и получше оружие. Или просто где-то спрятался с дробовиком там. В засаде, типа. Вот эти птицы, например. Раз они взлетели, раз он уже знает, где ты. А, так я уже 3 улики собрал. Тю, блин, а я что думал, что 2 только. Эти, которые с ножами, они кровотечи. Ой, блин, собака! Ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй-яй! Ну вот еще бы было их пару, и они бы меня уже убили. То есть они вызывают это кровотечение, а я вместо, блин, ножа не на ту кнопку нажал. Здесь опять птицы. Но если вот, например, краса так, то можно, ну, достаточно, надо знать расстояние. То на каком-то расстоянии от них, в принципе, можно незаметно пройти. Так. Вот этими, кстати, тоже, если под ним кто-то бежит, чувак, стреляешь. А, это не загорается. А есть такие загораются. Стреляешь и поджигаешь. Здесь он, видите, единственное, вот это залазить так не умеет. Как там в киберпанках во всяких. То есть только прыгать умеет, а именно лазить не умеет. То есть надо знать карты, а я, например, их вообще не знаю. Нычки все знать, надо знать, где что находится, вот эти лифты все.
Здесь же карты очень сложные. Они как бы, ну, сравнительно небольшие, но на самом деле они большие. Где они тут рычали? Вот эти подковы, видите, тоже. Бутылки вот эти. Раз. Это, кстати, можно и драться. Она может в окно, интересно, вылезть? Так, стоп, нам надо хотя бы подлечить немного себе. То я уж слишком рискую. Так. Я тут. Аривидерчи. Видите, откусила ноги, посмотрите. Он меня, видите, ударил и вызвал кровотечение. Странно, а почему молот не берется? Так они бегают достаточно быстро. Вон он нифига от меня не отстает. Этот молот очень мощный. Так, ну что мы еще здесь не посмотрели? Ну и да, вот. То есть это, видите, какая только маленькая часть карты. А туда мы, походу, да, не можем зайти сейчас. Тут же куча этих выходов, просто их немерено. Нычек всяких тут полно, я их даже не знаю нифига. Видите, в тело с одного раза не убивает. Прикладом можно добить. О, вот это вот. Ай-яй! Не перезарядился же. От этих мух можно убежать. Вот это офигенно. Блин! Всю жизнь пожрали опять. А вот я помню, какая-то глюк была с этими лампами. А, сейчас работает. То есть вот этих уток, видите, чтобы они не пищали, их можно спалить. А я помню, раньше оно так не работало. Раньше какой-то глюк был, когда эти лампы в воду бросал. Эти заборы вот можно открыть, можно перепрыгнуть. Но их
Эти чудовища тоже могут открывать. Так, а чем мы их еще не убивали? Ага, вот целая гора аптечек. Да, там красная, нельзя туда зайти. То есть всю карту видите, нельзя посмотреть. Это какая-то упрощенная. Видите, даже по лесу, когда идешь, вот сейчас, шаги слышно. Но вот иногда, когда ты наступаешь на ветку, такой еще хруст ветки. Было вот. О, слышали? Тоже это все слышно как. Птицы. Ого, их там. Давайте попробуем. Сейчас у нас же есть всякие бомбы вот этой. Попробуем ядом их. И все, видите? И теперь это ядовитое облако тут будет. Но я ее подманить сюда хочу. Я же здесь, иди. Все, она отравилась тоже. Раз, еще один. Но может оно развеется потом, я не знаю. В воде тут тоже есть свое водное чудовище. Но я не знаю, конкретно здесь оно есть, но вообще есть так. Ай-яй! Откуда-то мухи налетели, надо бежать. Ой-ой, это очень плохо. Вот этот, который зажигающий, с ним лучше не связываться. Потому что вы видите, он как если в него стреляешь, взрывается. Дурацкие собаки. Блин, он еще так быстро бегает, фиг в него попадешь. Хорошо, что я еще спрятался от него. Так он бы сожрал уже меня.
И это хорошо, что он залазить сюда не умеет. Непонятно где. Он в дом, что ли, зашел? Где-то он рычит, нигде не ясно. Куда ж он делся-то? Так, а сколько, блин, 25 минут осталось. Дай фиг с ним. А, там аптечка была. Я вообще не про эту говорил, но это тоже подойдет. Так, ладно. Так, надо идти, а то не успеем босса убить. Собаки, они, кстати, страшные. Смотрите, какие взрослые. Ну, их лучше сжечь, чтобы они не мучились. Они все равно какие-то зомби, собаки. Так, а вот здесь... Ножами можно и кидать, но можно ими и бить просто вот так. Вот этих, кстати, больше видов. Ну, я имею в виду по вне. Вот это морская фигня. Ну, в ней щупальцы, и в нее много раз надо попасть. А, ну вот те трубы, это крематорий. Сейчас пойдем там посмотрим, что есть.
тоже, видите, целая фигня. Здесь вот сжигают мертвецов. Крематория. Есть лифт. О, там этот жировик ходит. Так. Блин, ну мне уже неохота с ним сражаться. Потому что так, да, 20 минут осталось, надо идти боссу убить. Видите, хедшотами, когда как голову прям отрывает. Вот здесь была еще улика. Но когда вы три собираете, они уже такие становятся. Но они вообще, эти улики, где угодно могут быть. Так, а этот жирный, который опарыши раскидывает. Ну, его проще всего, конечно, сжечь вот этими лампами. Ну а так, если и по-обычному его убивать, ему ноги подстреливаешь, чтобы он быстро перестал бегать. И... можно его так расстрелять, но просто дофигища будет надо. Поэтому я говорю, неохота с ним время тратить. Как бы хедшота, и непонятно, у него башки ж нету. Такой фигней, мне кажется, бесполезно против него бороться. Так, а где? Хотя, может, и я и не прав. А, ну вот. Ой. А, эта лампа не берется, это другая. Я понял. Капкан тоже его не возьмет. О. Лопата. Вот лопата я еще не пробовал. Может быть, лопатой получится. Блин, ну это же те опарыши. Ай, они меня отравят. Ой-ой, надо убегать. Я ж говорю, ему пофиг лопата. Ну все, по крайней мере, мы ему повредили, он теперь хоть бегать так быстро не будет. То есть он бегает, видите, уже не на такое уж дальнее расстояние. Ой, блин, он умер.
Видите, какая мерзость. Башки нету, из него опарыши лезут. Шо у него в руке? Фу, гадость какая. Так, ладно. Куда нам теперь? Блин, это этот огневик. Не, надо убегать от него. Все. Короче, ладно, друзья, не будем этого босса убивать, потому что это еще на час затянется. Я как бы и не собирался в это играть, потому что это как бы, ну, просто баловство было, чтобы графику вам показать. Вот. Но графика, по-моему, неплохая. Вот, неплохая. По крайней мере, для такой как бы старой игры и без RTX. Вот, но... Так, сколько по времени? Ну, 3 минуты осталось до часа. Давайте вот эту вам... покажу. Вот в магазине, вот где оружие все легендарное, например, да любое, оно все оружие здесь такое. То есть на эти DLC есть, тут какие-то нужно покупать, здесь какой-то престиж, ну любую вот взять. То есть здесь можно 3D вид посмотреть любого оружия. То есть полностью можно приблизить. То есть это получается, ну, оно не мощнее, это легендарное, чем обычно. Единственное, тут за что вы платите, что оно такое красивое. То есть вот здесь вот оно там какая-то, видите, Джессика. Тут еще что-то, Вафен какой-то. Вот это и гравировки на нем, там вон серийный номер. Ну, то есть, как бы видите, все сделано круто-круто. Вот. И кроме этого можно, ну, кстати, вот можно отдалиться, приблизиться. Можно посмотреть, вот как оно стреляет, услышать звук стрельбы. Вот посмотреть анимацию можно. Блин, жалко вот здесь это. Жалко здесь, конечно, перезарядку нельзя посмотреть. Так, это ты. А те, что... А, нет, стоп. Здесь нельзя эту DLC посмотреть. Блин. Ой, блин, я же не туда нажал. Вроде можно посмотреть сейчас. А, это же награда за испытание. Вот написано. Награда за испытание. У тебя испытания, что мы вначале смотрели. А это что? Песня дракона. А на эту нужен DLC. Песня дракона. Что это такое, я не знаю. Так. Это дробовик или нет? Синер — это грешник, прейер — это молитва. Молитва грешника. Ну да, это дробовичок.
Да, видите, какая-то арабская здесь. По-арабски что-то написано, гравировки идут. А вот это приклад, вот это все инкрустировано вот тут серебром. Здесь звезды. Так. Ого, и такой прицел интересный. Тут металлическая, чтобы прикладом бить больнее. Так. Ну вот, посмотрим, как она. Круто. Так, а что еще есть? Вот это обрез, что ли? А нет, это тоже дробовик, такой же. Просто в другом. Так, ну обычное оружие вот взять. Ну какое для нас знакомое? Вот, наган. Вот. Видите, оно такое ржавое, вот здесь вот. Что-то такое. И вот оно прикольно стреляет. То есть вот. Оптика, ну то есть круто все, модели оружия топовые. Но здесь видите наган с таким дополнительным прикладом, вот есть с глушителем наган. То есть видите, то есть вы даже по звуку можете понять, с чего как бы враг вас стреляет, если вы как бы его даже не видите. А это обрез. Это вообще какой-то непонятный. Глюк какой-то, смотрите, дым не сдуло идет на расстоянии. Это баг, баг игры. То есть видите, дым должен со ствола выходить. Так, а где такие винтовки? Ну вот, например, которые с болтом. Да, вот. Видите? То есть вот сюда вот оно дозаряжается. Офигеть. А потом вот выбрасывает гильзу. Вот отсюда. Офигенский. Ветерли. 1871 год. Крутяк. Такие, кстати, старые оружия, это не редкость. Вот я был на оружейной выставке, там продаются какие хочешь. И вот такие, и наганы, и там все что угодно. И стоят они, кстати, абсолютно недорого. Ну как, дороже, чем новое оружие современное. Но не, ну, там не космические цены, что там 15 тысяч или типа того. Не, там буквально, там, я не знаю, 1,5-2 тысячи, если дешевые вообще. Смотря что за оружие, конечно. Там какие-то вообще есть, которых много было, так они, которые в войне применялись, они, по-моему, дешевле новых стоят. То есть, если реально дешевые, которые там $300, но тоже старые. Ну, конкретно такая, не знаю, наверное, нет, но что-то подобрать можно. Там за 500, за 1000 можно что-то старое купить. Я на стрельбе видел людей вот с похожими, именно со старыми. Просто надо смотреть, чтобы калибр был более-менее.
приклад, видите, весь какой. Побитый, грязный. Ну ладно, друзья, в общем, вот такой вот это самое. Для вас небольшой обзор графики и новостей. Ну, здесь, наверное, больше всяких новых тем появилось, но основная это вот это. Я так понял. Это награды за испытания, я так понял. То есть за те очки, что вы будете зарабатывать, можно потом вот это будет разлачиваться, и потом можно вот клейм взять их. Ну то есть это вот дешевая все фигня всякая. Что тут за 90 вот этот супер пистолет, который стреляет типа пулями и еще, короче, даже не знаю. Ладно, не будем уже на это время тратить, а то мы сейчас тут час еще будем разбираться, что ж тут за оружие. Тут Nitro Express. Тут я даже не знаю, что такое. Может, какие-то новые появились. Вот. Ну, очень классно поиграть, пострелять со старого оружия. В общем, если кому такие нравятся реалистичные игры со старым оружием, то вот эту рекомендую Hunt. По ней часто она на Steam бывают бесплатные выходные. То есть можно бесплатно установить, поиграть на выходных. Потом, если понравилось, купить. Не понравилось, не купить. Или ждать опять этих выходных. Ну, можно и купить. Я ее покупал, как я вам говорю, когда она еще демо была, там что-то она дешево стоила. Вот. Ну, хотя на российском Steam она дешевле, это просто на американском она дорогая. Вот, в общем, ладно, друзья, всем спасибо за просмотр. И да благоволит вам Господь. Пока-пока, пишите комменты, подписывайтесь. Увидимся на канале.